Так. Пацаны, сегодня будем снимать видео про GTA-шника. GTA-шник. GTA San Andreas. Он приходит к GTA San Andreas на стриме. GTA-шник. GTA-шник матерится на стриме. Это прикольная нарезка про GTA-шника, как он на стриме матерится, психует и ломает компьютер. Так. Реактивный GTA-шник матерится на стриме. Сегодня опять смешно будет. Так. Он дебил, потому что, пацаны, он дебил. Пацаны, да. Фак. Фух, слава богу. Твою-то мать, твою-то мать, какого хрена эта машина перевернулась? Мертвый город, где машина, ау? Где машины? Господи, такое ощущение, будто на этой гонке специально перегородили все дороги. GTA-шник, скинь ссылку на скачивание GTA. Ага. GTA скачать талент, долбоёб. Я не писаю, каким нужно быть дауном, чтобы в 2018 году не знать о существовании талентов. Поэтому я всегда, когда вижу сообщение «Помоги скачать GTA SA», я всегда откровенно посылаю нахер этого человека, потому что эти люди недостойны, чтобы к ним относились на... Не дай, пацаны, да, я снимаю новое видео. Не забывайте на мой канал подписаться, сука, поставить лайк и написать любой комментарий под видео. Едь, так, сука, блядь, эти сволочи мне... It was at this moment that he knew. He fucked up. Yes! Дебил, он дебил, пацаны. Какая, сука, дебильная миссия? Какой дебил ты миссию, блядь, программировал? Дебил. Самая конченная миссия в GTA! Ненавижу, блять, её! Давай загрузайся быстрее, Тормосян! Армянский компьютер, давай быстрее грузи! Даун-даун, садись! Блять! Сука! Заебала у меня эта хуйня! Ну почему с этим напарником я должен нянчиться? Он такой, сука, долбоёб. Он кретин конченый. Нахуй нам его нужно нанимать. Это ограбление банка, я бы сам один смог бы вполне бы провернуть. Нахуй нам нанимать кого-то. Это совершенно невыгодно. Господи, даун-даунов, ты мне, блин, помогай от ментов отбиваться. Хуй ты такой долбоёб. Даун-даун, блядь. Какой из этого чувака стрелок, если у нас мне не помогает обороняться от ментов? Нахрен, мы вообще его нанимаем, если он совершенно не настолько не способен этот хрен, долбоёб. Даун-даунов. Господи. Даун-даунов, садись давай. Да твою мать! Сука! Заебала меня эта хренова миссия, блядь! Это самое конченное задание в игре, сука! Rockstar Games, вы хреновые мудаки! Вы сделали такую тупую миссию в GTA, который может смело дать звание хуй.
самой тупой и нелогичной миссии в GTA за всю ее... Сука, выговорить не могу. За всю ее историю. Мамочки. Да выходи, Томми! Выходи, Томми! Баран ты конченый! Дебил Томми! Какого черта главный герой из вертолета не выходил? Да он и садитесь. Идиоты! Дебилы! Чего? А как он сдох? Как он, блядь, подохнуть умудрился? Это чертов Фил. Он стоит долбоёб. Он кретит. 5 минут уже видео. Пиздец. Ну, Rockstar Games, пацаны, 5 минут молодцы. Уже видео идет. Могли запороть единственную миссию с ограблением банка такими вот дурацкими условностями. Ну, браво, Rockstar, это вас очередной косяк в Vice City. Да и вообще GTA Vice City, наверное, это наверное... Реактивный GTA-шник, говно, пацаны. Самая, блин, недоработанная и непродуманная GTA-шка из всех. Ой, ё-моё! Твою-то мать, блядь! Как меня заебала эта дебильная миссия! Это пиздец какой-то! О, боже мой! Пиздец! Каким нужно быть мудаком, чтобы такую миссию, блядь, создать? Ненавижу, блядь, GTA Vice City. Это самое худшее GTA. Rockstar Games, вот вы дико облажаетесь, когда создавали Vice City. Дико облажаетесь, прям. Ёб твою мать! Пацаны, слышите, пиздец. Как он матерится, пацаны? Это он... Вы понимаете, что он дебил, что ему не надо играть в компьютер, он матерится и матерится. Твою-то мать, суки, пиздец. Блядь, как меня заебала эта миссия! Боже мой, да какого, сука, хуя? Это пиздец. Это пиздец, блядь. О, боже, каким нужно быть ублюдком, чтобы сделать такую сложную и дурацкую миссию? Я не понимаю, почему-то все самые сложные миссии в Айсити я прохожу нормально. А в те миссии, которые считаются средними по сложности, я их прохожу едва. Едва это где-то с пятой или шестой попытки. Пиздец, миссия ограбления банка, мало того, что ужасно долгая, так еще она и нереально сложная. Где гражданская машина? Алло, где гражданские тачки? Почему в округе нет ни одной нормальной машины? Что за хуйня, блядь? Даже в GTA 3 такого косяка не было, чтобы на дорогах не спаумились гражданские машины при полицейской погоне. Очки. Не понял, а как меня убили? У меня же 62 хп было. Какого черта меня замочили? Как, блядь? В меня из минигана разве стреляли? Как мне так быстро замщить умудрились? Что за херня? Ну вот, как всегда, вокруг нет ни одной машины, зашибись. Не понял, а в кого-то кубинцы стреляют? О боже, что это за хрень? Почему я героем не могу управлять? Куда он бежит, Томми? Томми, ты куда бежишь? Долбоёб! Эй! Что за херня, блядь? Какого чёрта? Что это за дичь?
Что за хрень? Что это за глюк? Что это, блядь, за херня? Господи, еще не сохранился перед этой миссией. Пиздец. Пиздец. Да господи, что это за хрень? Ну, Томми, ну куда ты, блядь, бежишь, сука? Вот видите, я ни на что не знаю, это даун куда-то бежит. И застрял между этими двумя долбоебами. Пацаны, это пипец. Который он точно долбоеб, у молков у него нету. У этого GTA-шника. Ну, боже, не знаю, чем заняться. Я еще как-то не сохранился перед этой миссией, а сдохнуть и проводить задание сейчас никак нельзя. О, блядь, это пиздец полный. Вот как раз из такой херни я ненавижу Vice City. Это самое худшее GTA среди игр 3D вселенной. Я не знаю, что сейчас делать. Сдохнуть никак нельзя. А если перезагрузать сейф, то мне снова придется проходить то ебучее ограбление банка, которое мне немало нервов потрепало. Я не знаю, что сейчас делать. Это какая-то хрень, это какая-то дичь. Какого хрена Томми на месте бежит? Что это, блядь, за херня? О, господи, что это, блядь, за хуйня? Что это за хуйня, блядь? Кто-нибудь убейте этих проклятых кубинцев или меня замочите, я не могу так. Я так не могу. Господи, что за адская дичь? Да заслите уже этих ебучих кубинцев, которые встали поперек меня. Господи, это очной баг в Vice City. Я вот раньше думал, что самое забавное играть. Ты вообще ничего не можешь сделать? Да, чувак, я совершенно бесполезен. Ты беспомощен. Пососи. Чуваки, модеры, если вы увидите в чате Дауна под ником «Мамка твоя», забаньте его нахуй! Он избесил! Пиздец! Ну вот, чуваки, что мне делать? Я ничего не могу сделать, совершенно ничего. Я тут беспомощен. Это Томми, он дебил какой-то, он дебил сраный. Разворачивайся быстрее, блядь! Тормосянская игра. Он наконец-то, блядь! Нет, нихуя. Он все равно стоит. Он все равно стоит. Заебись. Я даже выслинуть, сука, не могу. Что это, блядь, за хуетень? Что это, блядь, такое? Пиздец. Ненавижу GTA Vice City, это самая уебанская игра на свете! Снайперка, а нихуя я не могу снайперской винтовкой, вот, блядь, смотри, я целюсь, и нихуя, блядь, не стреляет этот долбанав, Томми, блядь, ебучий, мать его, Версети, сука, нахуй, блядь, ебать его в коне этого ебучего дауна. Блять! Ненавижу! Он не знает, что он своё бацо. Пососи.
пососи. Пососи, 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 иди нахуй, пососи, 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 иди нахуй, заткнись, уебан, гидер хуй, завалил к черту матери, пососи, заебал он меня, пососи, 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 дебил, пасы. Все, все, все! Иди нахуй! Все, все! Все, так, все, пацаны. Я устал, я не могу! Так, ну все, пацаны. Так, все, все. Всем пока! Всем пока! Подписываемся на мой канал. Ставим лайки, пишем любой комментарий под видео. Ну все, всем пока! До встречи в новом видео! Вам было приятно смотреть мое видео. Приятного всем просмотра. Так, всем пока. За бандикам. Я завершаю запись.